Добрый день, мои любимые зрители! Сегодня будем делать интересную штуковину. Называется это Beauty Ластик. Я даже не знаю, как это сказать. Но нам понадобится губная помада какая-то в красивой упаковке у меня от Clinique. Потом такой вот ластик школьный, клей. Или грубая вот такая вот... Как она называется... Или нам понадобится такая вот грубая шкурка, или вполне возможно, что это может быть грубая пилка. И такой вот скальпель. Давайте начнем. У меня есть помада, она мне не нравится по цвету, и нам теперь нужно убрать ее. Осторожно вытащим помаду. Тщательно очищаем все это. Даже возможно, что промоем под водой. Вполне возможно. Ну, чтобы здесь вообще ничего не было. Было чисто и сухо. Это все выкидываем. Нам это больше не нужно. Можно, конечно, это приспособить для чего-то другого. Но я пока не имею никаких мыслей насчет этого. Так, это все у нас сухо практически. Сейчас я положу полностью высохнуть, потому что туда внутрь попала вода. А тем временем займемся приготовлением вот этой вот части. Первым делом убираем вот это название. Оно нам не нужно совсем. И нам нужно выровнять вот эти вот края. Можно сделать сначала скальпелем, потом выровнять. То есть, если вы найдете такую школьную резинку круглую, то будет вообще замечательно. Но я не нашла. Одну сторону надо сделать такую вот прямую. Эту сторону можно оставить такую. То есть мы сейчас делаем из квадрата вот этого круглое при помощи. Выравниваем. Так, все готово. Теперь нам нужно сюда капнуть клей. Вот такой вот красивый сувенирчик у меня получился. Я надеюсь, вам понравился этот урок. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.